И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Ярик, поздоровайся. Всем привет. Режим у нас стихийные бедствия. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Очень много обновлений, очень много людей написало, чтобы мы записывали этот режим. Как сказал один подписчик, желаю вам дождь из печенек. Вот, тут ракета, я буду лететь. Побежали, на ракете, ты будешь? Побежали, побежали, Ярик, я с тобой. У тебя классные вещи, черные шмотки, я тебя среди всех узнаю. Именно деловой мэн. Че, ракета улетела, что ли? Не, а мы не взлетели, ракета поломала. Ракета просрала. Так вам и надо. Без меня никто не улетит. Так, Ярик, давай угадаем. Какой будет? Вулкан. Ага, все, вулкан. Я вниз. Я вспомнил, у меня есть важные дела. Надо порешать их внизу. У меня тоже, мне надо из ракеты вылезть. Вылазь, вылазь. Мы должны выжить. Ярик, давай челлендж. Кто из нас первый умрет? Меня ракета убила. Так, все пошло, жарище. Все, я выжил. Давай посмотреть, как вы там выживаете. Давай, давай. Ракета тут дымит. И что-то передит. Все хорошо у нас, все четко. Где ты там выживаешь? А я... Ракета, о, ракета полетела! Эй, хе-хе! Воду, короче, те, кто был в ракете, умерли. Будем выживать. А я спрыгнул с ракеты. Где ты там выживаешь? Я иду, сейчас ты меня увидишь. Видишь, я иду, прыгаю. Да-да-да, я тебя вижу. Я прыгаю, прыгаю! Там вулкан падает. Я вижу. О, я иду на вулкан. Я не боюсь его. Ладно, ладно, я вспомнил, я боюсь. Прыгнешь прям... В центр. Не-не-не-не-не. Теперь уже этот пофиксили эту штуку, теперь уже нельзя, как раньше, на вулкане бегать. Не, там челики, вон, я вижу, бегают. Но они умирают? Не, не умирают. Не, они умирают. Тут все разбрасывается прикольно. Надо быть очень осторожным. Да и, кстати, сделали, как будто бы остывают вот эти куски лавы. Да, так раньше так и было, Ярик. Так, я прыгаю. Есть, я живой остался. Я на вулкане. Так, давайте не будем рядом стоять возле жерла. Может закончиться. Так вон там челик прям возле жерла стоит. Не-не-не-не-не, я не буду так, как он. Сейчас он умрет. Так, осталось давай, чуть-чуть. Посмотрим. Сейчас затащим. Осталось чуть-чуть. Давай, кончайся уже. Ой-ой-ой, я думаю, вода погружается. Это волны идут. Че, вулкан тонет? А, не. Это волны, волны. Это да. Волны. Так, кстати, не так уж много людей выжило, всего 7 человек. Один из них профессиональный выживатель. Профессиональный. Самый лучший выживатель на этой планете. Димас ТВ. Так, сейчас будет карта, школа и огонь. Как всегда, я угадаю, но если не угадал, значит не угадал. Значит, вырежу это. А не, опять ракета. Только давайте, или ты полетишь, а я нет. Я не буду вообще лететь, оно как-то багается все, очень плохо работает. Я буду просто выживать. Да не, я полечу тогда. Давай, Ярик, будем угадывать стихийные бедствия. Я думаю, что будет цунами. А я думаю, что будет ураган. Ураган, ну, будем смотреть. Кто-то прыгает, я хочу вместе с ним. О, прикольно, так можно сразу подниматься. Что такое? А, ракету опять запустили, она такая громкая. А ракета громко запускается, так, как в реальной жизни. Там кто-то сидит в ракете или нет? Да. Ребята, прощайте. Чё она не летит сразу? А, типа ракета сейчас, сама отсоединится, сейчас движки нагреются. Да, видишь, изменили все-таки. А, метеоритный дождь. Я под башню. А, я иду к тебе. Тут что-то уже... Ай-яй-яй-яй-яй. Быстрее, 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 Динка, ракета беги. Ракета развалилась на куски. Да я вижу, мне положить. Полжизни отняло. Это единственное надежное место. Ярик, я сзади тебя стою, все. Кентуемся. Ярик! Да ничего, нормально, нормально. Дала бабушке шишка появится. Нормально, всего лишь плитой в голову дало. А-а-а-а-а! Блин, меня придавило. Тихо, брейк тихо. Брейк лопал, только что ты видел? Надо выходить от этого говна, быстрей. Вот тут есть еще кусочек безопасный. Я вижу куда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Надо вот туда, где пацаны все. Меня везет. Ракеты, падайте, давайте туда. Так, я затащу. Ребята, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вам нравится. Lucky Mart, это что у нас за карта? Это март, походу. Понял. Где надо праздновать март. Здесь цунами сейчас будет. Чувствую. Тогда иди сзади здания, там есть лестница на самый верх. Иду. Я поднимаюсь на второй... А, тут второго этажа, что ли, нету? Классно. Ого, какое все яркое. Ничего себе. Ярик, неси мясо, будем шашлыки жарить сейчас. Кстати, там, где она уже сгорела, там уже не будет пожара. Я знаю. Мы туда идем. Греем ноги. Вот тут черная, можно на черном стоять, смотри. Тогда сейчас заново загорится. Она не горит заново.
А я шучу, я знаю. Так, бежим, бежим, бежим. Но есть черная, которая горит. Это получается уже пепел, уголь. Угольный пепел. Это уголь получается. Че, кто там людей? Да, много людей выжило. Концовочка? А прикинь, сейчас такой еще метеор падает. Да, и в конце цунами. Просто так, чисто поржать. И торнадо, да, плюс? Все. А помнишь, было такое, что два стихийных бедствия одновременно? Не было такого. Было, было. Бывает, випка заходит и может включать это. Где? Что за ракиш? Рафинери. Что это? Что за стрёмное название? А, это типа завод, наверное, молока. Завод молока. Молочный завод. А где коровы? Так, Ярик, получается, смотри, идет облака. Это значит, что будет? Метеоритный дождь? Или кислотный дождь? Кислотный дождь. Надо, знаешь, куда? На самый верх вот туда. Там безопасно. Кислотный дождь. А нет, аллилуйя. Метель. Да, что там? Метель. Метель? Сейчас все будет, короче, наши задницы замораживать. Ярик, ты нашил на жопу кожух теплый? Так это теплая метель. Теплая. Это метель, это метель песочная, пустынная. У меня тут руки сливаются и шея. А я не боюсь ничего. А не, я вспомнил, я боюсь. Ого, здесь дует, это жесть. Все, стоим. Просто ждем. Я же говорю, метель. А я выйду на улицу, что будет. Давай. А на улице безопасно, тебя тут ничего не сделают. У тебя жизни тратятся потихоньку. Нет, нет. Меня придавило. Я же говорю, Ярик, не выходи на улицу. Ты видишь, не послушал папку и все. Ай, блин, доской по голове дало. Видишь, значит там безопаснее. Там меня просто придавило, а тут тебя доской придавило. Так у меня жизни не потратились, я живой. Блин, что сдувает здесь кубики? А куда идти? Больше нет построек. Что делать? Блин, доска как-то по голове всем дает. Я буду здесь за башней прятаться. Да блин, нифига не... Я умер. Что, умер? Конечно, я подался специально. Да ладно, я не хотел, просто так получилось. А я, смотри, пап, я под лестницей тут буду прыгать. Понял. Ярик, посмотри, кто на первом месте в списке. Ну давайте цунами, я люблю цунами, я хочу, чтобы все. Надо сдуло. Не на самый верх, надо не на самый верх. Не, я иду на самый верх, со всеми сейчас людьми. Сейчас будет либо метель, холодная метель, либо та, которая пустынная. Либо же будет сейчас этот, кислотный дождь. Во. Короче, ты все перечислил стихийные бедствия, по-любому какой-то из них будет, ты молодец. Да, я знаю, потому что облако прилетело. Сейчас все резко вниз побегут, это будет смешно. О, сейчас будет землетрясение. А, не, не будет землетрясения. Либо знаешь, еще сейчас может быть, либо сейчас еще может быть молния. Не, не надо. Но облака нагнало. Надо, надо, молния. Торнидо! Торнадо! Беги! Блин, я самое не скинула. Ах ты fucking shit! Вставай! Я убежал от него, я убежал. Я тоже бегу. Давай, давай, давай! У тебя волосы оторвало, и у меня ну тоже. Да! Представь, такое торнадо волосы оторвало. Это реально смешно и прикольно, мне нравится. Хорошо, что ноги хотя бы, да, не оторвало, и руки. Ну да, не, я хотел оторвать, но очень крепко держатся. Так, землетрясения еще давно не было. Может, следующее будет стихийное бедствие земли? Ну нафиг, я прячусь за офисом. Все отлично, всё, мы тащим. Все, безопасно. Ого. Сюда, конечно, торнадо не прилетит. Смотри, что торнадо какое-то бешеное. Надо просто за стенкой от него прятаться, и все. Вот смотри, если сейчас за стенкой спрячешься, там будет безопасно. Только лишь если туда торнадо не подлетит близко. А так, видишь, тут безопасно, но не сможет наш швырять ничем. Ого, здесь запчастей, можно новый сарай собрать. Я вижу тебя, Ярик, сейчас ты умрешь. Беги! Нет! Торнадо за мной идет. Все, если мы умрем, то все вместе. Все? Отличненько? Я пошел. Давай, Ярик. Отлично. Смотри, сколько людей. Кстати, не так уж много и выжило. А я на первом месте в этом списке. О, кислотный дождь. Ого, как жизни быстро тратит он. На первый этаж беги, быстрее беги. Беги. Я еле забежал. Еще б чуть-чуть. Да все, осталось 5 секунд. Можешь даже отсчитывать. Ого, люди, сколько выжило. Я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!